Всем здорово, с вами Нон. И это большой анонс новых территорий. Корейцами был обнаружен небольшой баг, с помощью которого можно пролезть на новые территории. Масштаб этих локаций поистине огромен. А кузню так и вообще, чтобы оббежать, потребуется очень много времени. То количество локаций, которые есть на этой территории, скорее всего, растянется не на один патч. Качество и сеттинг новых локаций действительно поражает. Однако некоторая часть из них все еще недоработана, как, например, кузница. Но эмоции и радость, которые я испытал от этих локаций, действительно поражают. Надеюсь, и вы за этот короткий ролик насладитесь новыми локациями и нашим предстоящим контентом. А если кому-то мало, на канале уже есть ролик полного исследования этих локаций. А также спешу вас обрадовать еще несколькими новостями. Во-первых, нам заанонсили трансфер, и после планового технического обслуживания 6 марта вы сможете воспользоваться платной услугой трансфера до 13 марта. А также есть информация, что на наш сервер StoneGuard с помощью трансфера собирается приехать большая корейская компания, что, возможно, внесет интерес и некий баланс в наши осады. А также спешу вас обрадовать и напомнить, что 7 марта пройдет трансляция разработчиков, на которой они заанонсят нам патч 13 марта. Вряд ли он будет с теми локациями, которые показаны на видео. И скорее всего назовут нам дату тестирования глобальной версии Throne and Liberty. Так как в последней версии Steam'а датамайнеры нашли упоминание о закрытом тестировании Steam, о котором нам уже давно было известно, но его дата оставалась под вопросом. Пишите свое мнение по поводу локаций в комментариях. Мне лично очень понравился замок и большое дерево. И прям совсем не понравилась локация дворфов. Но оно и не удивительно, ведь она на данный момент достаточно недорогая, в отличие от всего остального. Если вы тоже, как и корейцы, собираетесь приехать на наш сервер StoneGuard, обязательно пишите это в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы видеть больше такого контента. Подписывайтесь на мой Telegram, ведь там идет розыгрыш аккаунта Throne and Liberty, который 5 марта в 18:00 подойдет к концу. И на следующий день я сразу же запущу еще один розыгрыш. Вам всем крутого настроения и увидимся на просторах мира Throne and Liberty.